Украина может использоваться еще многократно. До этого вселенским злом была Чумка. Теперь, значит, вселенским злом стала Россия. Но она нужна только России, в принципе, провокация показать, что... Я не знаю, что они там хотят показать, но, скажем, что вот украинцы такие звери, что вот они даже устроили провокацию на ядерной станции. Когда это может закончиться? Попытка быть на все, что угодно, в том числе и на ядерную войну. Как раз сейчас вот разрабатывают, судя по всему, планы развала России, разделения на несколько частей. Криптовалютная биржа Bybit. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся и получай до 4000 долларов при пополнении счета. Биржа Bybit. А также подпишись на наш криптовалютный YouTube-канал CryptoFamily, в котором мы держим в курсе, как зарабатывать деньги на криптовалюте и как сохранить в кризисное время. Приветствую всех телезрителей в столь непростое время именно на том канале, который стоит вашего времени. Сегодня с нами в гостях традиционный эксперт финансовых рынков, в частности, и в данном случае уже и геополитический эксперт Степан Геннадьевич Демура. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Геополитический эксперт, да. Ну, хоть не экономист, правда? Ну, уже. Да, хоть не экономист. Да. Ну, дай бог, чтобы у всех было хорошее настроение. И вопросов масса, вы же знаете, начиная от финансово-экономических предпосылок. Я могу сказать войны, вы не можете. Мы всем зрителям объясним, что мы спецоперация. Спецоперация, да. Мы по разную сторону, но так или иначе мы должны говорить, мы должны обсуждать, и через вот эту вот всю коммуникацию потихоньку-потихоньку будет это все сходить на нет. Мы в это верим и надеемся, что так и будет. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что стало предпосылкой такого полномасштабного конфликта, поскольку вы, так как и я, как и многие другие, не верили до последнего, что будет полномасштабное вторжение. Все думали, что Луганск, Донецк, и вы точно так же полагали, что на этом все закончится. Вы знаете, здесь, наверное, скорее не экономическая составляющая, потому что можно долго, знаете, рассуждать в стиле марксизму-ленинизму о том, что такие режимы, как путинский, ну, вертикали власти, которые, в общем, подавляли производство собственной стране, они могут расширяться свое экономическое пространство только за счет захвата соседних территорий, бла-бла-бла. Ну, все это, по большому счету, бурда в данной ситуации. Ну, некоторые любят такие красивые фразы кидать. Почему, скажем так, я не верил до самого конца? Потому что, ну, смотрите, да, американцы сбрасывали карты вторжения, да, разведка. Как они, как оказалось, карты были абсолютно правильными, так вторжение пошло. Потому что, честно говоря, я считал, что если и начнется заварушка на Украине, да, то она начнется чуть-чуть позже, где-нибудь в конце марта, может быть, в апреле. И я полагал, что как раз вот зачинщиками этой заварушки выступят украинцы. Почему? Потому что нужна была очень эта заварушка. Это спецоперация, как надо ее называть в России, значит, пятнашка светит. Но об этом чуть позже. Она собой практически заменила ковидную историю, чумную историю. Понимаете, чумка с чумкой вышла, мы с вами обсуждали, большой промах, мало трупов. Значит, нужно было использовать типа технологии Wag the Dog, такой известный фильм из американского 97 года. Нужно было использовать эти технологии, чтобы переключить внимание толпы из поиска виноватых в том, что произошло, на очередное вселенское зло. До этого вселенским злом была Чумка, теперь, значит, вселенским злом стала Россия. Путин, именно Путин и Россия, соответственно. И вы знаете, получилось прекрасно все, все переключились. Если верить опросам общественного мнения, которые проводятся в Европе, то абсолютное большинство европейцев выступают за вмешательство НАТО в ситуацию и тому подобное. Это на самом деле создает для европейского правительства американского тоже огромные проблемы. Картинку переключили. Все, о чумке больше никто не помнит. Далее у Швабельсона, ну это Шваб, глава Международного экономического форума, после, значит, чумки и полного подчинения нужно было добивать население шарика голодом. Если вы посмотрите на ситуацию с рынком зерновых экспортом из России, Украины,
и экспортом удобрений, скажем, из России и Китая, то вполне возможно, что осенью урожая будут на 20-30% меньше, чем обычно. Ну, то есть еда-то будет, просто она будет очень дорогая. В каких-то странах начнутся голод, в каких-то странах снова устроят арабскую весну и тому подобное. Вот этот вопрос, можно поподробнее, пожалуйста, срыв посевной в Украине, в России, ну, не знаю, в России, может быть, и не будет срыва. Ну, смотрите, Украина, Россия отвечают, по-моему, за 25-26% рынка зерновых. Это первое. Соответственно, я не знаю, сколько смогут засеять в Украине, но на России, даже если и засеют, это стоимость ГСМ, отсутствие запасных деталей обслуживания для техники, которые ушли с рынка, John Deere ушел, то есть многие ушли. Отсутствие, скажем так, посевного материала, возможно, потому что посевной материал в России завозной, для зерновых. Все это приведет, ну вот по оценкам, которые я видел, наверное, что предложение зерна снизится где-то процентов на 20 на рынке, 15-20%. Это первое. Второе, ну, проблема с удобрениями, вернее, с их стоимостью, потому что при производстве удобрений используется газ и тому подобное. И Россия тут объявила тоже мораторий на экспорт удобрений страны. Спасибо. И уже проблемы начались в Аргентине, проблемы начались в США в том смысле, что фермеры переходят с кукурузы на сою, но используют меньше удобрений из-за их стоимости, то есть урожайность сои будет ниже. То есть мы получим такой, знаете, возможный взлет цен на продукты питания. Простите, а если говорить о инвестиционных всяких историях, фьючерсы на commodities типа кукурузы, сои, зерновых, я правильно понимаю, что в них стоит инвестировать, поскольку они косят? Ну да, ну надо входить было где-нибудь месяц-полтора назад, но можно сейчас попробовать войти. Ну, на каком-то откате, на какой-то коррекции. Да, история еще, я думаю, не закончена, она будет сейчас подогреваться и средствами массовой информации, и экспертами, и тому подобное. Угу. Простите, вот этот точный вопрос. Срыв посевной в России и Украине может ли привести к голоду, либо это будет просто очень высокие цены, но катастрофы не будет? Ну, голод как? Ну, нет, катастрофы не будет, но голод будет, потому что людям будет не на что покупать продукт, ну, в некоторых странах. Из-за роста. Ну, вот смотрите, вспомните арабскую весну, да, там же голода не было, там были просто очень высокие цены, и люди не могли себе позволить покупать. А смотрите, как в прошлый раз было, ну, если помните, когда пандемия была, мы прекрасно это помним, это все пару лет назад было, тогда заливали ликвидностью рынки и давали деньги людям, то есть безусловный базовый такой доход давали в Европе. Да. В итоге, возможно, это и есть финансовая предпосылка этой войны по факту, да, возможно, потому что триллионы, ну, не могут быть просто так незамеченно выброшены на рынок. Как вы думаете, могут ли опять? Да нет, ну это вот, честно скажу, это в данном случае теория заговора в плохом смысле этого слова. Не те, которые... Мы сейчас к этому перейдем, потому что, смотрите, атаковали, ну, правда, не попали ракетами, да, там американское посольство. Сейчас дойдем до Тайваня, Китая. Подождите, все по порядку. Но вот вопрос, как вы считаете, может ли это служить предпосылкой после коррекции, серьезной коррекции, если она произойдет, сейчас мы об этом тоже с вами поговорим, по S&P, по Dow Jones, по другим индексам, после этого быть предпосылкой опять возобновить массовую печать доллара в триллионах, либо евро в триллионном масштабе? Ну, во-первых, печать никто не останавливал, да, она просто притормозилась. Нужны какие-то экономические либо политические предпосылки. Сейчас вот начинает раскручиваться новая фишка, это тема Третьей мировой войны, ядерной и тому подобное. Не знаю, будет ли она, честно говоря, потому что, скажем так, недооценивать уровень функциональной деградации неокортекса одного товарища нельзя. Может, в принципе, попытка быть на все что угодно, в том числе и на ядерную войну, поскольку человек оказался в углу, у него нет других ходов. Загнанный медведь в угол, вот так это сейчас начинается, называется. Крыса, это крыса, загнанная в угол, бросается в последнем броске, истекает кровью. Есть ли предпосылки для падения этого режима? Кто-то, есть ли в окружении, кто способен, кто может и кто задумывается о том, чтобы сместить, и если сместят, то кто может заменить?
Вы знаете, я думаю, что предпосылок нет особых, потому что, как оказалось, у олигархата висит на полшестого. Практически они бесполезны для этих целей. Просто напуганные стадо напуганных баранов с приставкой «экс-миллиардер». Внутри, если говорить о так называемом народе, то если вы посмотрите на пропаганду, которая сейчас идет, да, в стране, то, ну, грубо говоря, это используются те же самые методы, те же самые модели, что и причумки, которые использовались уже, я не знаю, десятилетиями. Ну как вот, все же верили в страшную чумку, клеймили и хейтили антиваксеров и тому подобное. Ну вот сейчас просто названия поменялись, методы те же. Они, кстати, еще были описаны Ницше. Всем рекомендую читать этого великого философа. Вот, поэтому, и это во-первых. Во-вторых, в любой стране народ выполняет всегда функцию массовки. Ну, проснулись, у нас там в телевизоре другая мордашка. Ну и хер с ним, да? Король умер, да здравствует король из этой серии. Поэтому, в принципе, вот с точки зрения обиженного олигархата и обнуленного олигархата, если уж называть вещи именами, я думаю, что угроза режиму не исходит со стороны народа, режима угроза не исходит. Угроза может исходить, как, в общем-то, всегда исторически было, только от дворцового переворота а-ля Казахстан, либо от внешней силы. Такие режимы всегда рушились исключительно в результате дворцовых переворотов или какого-то внешнего воздействия. Что будет дальше, не знаю, смогут ли, захотят ли. Я думаю, что нет. Есть такая информация, что именно развал России не грозит по причине того, что это безумно непредсказуемый хаос, который выйдет из-под контроля. Это будут... У вас неправильная информация. Как раз сейчас вот разрабатывают, судя по всему, планы развала России, разделения на несколько частей. У нас информация, что да. Поставить другую полностью. Нет, причем нахождение Путина у власти никак этому не помешает. Угу. Но тогда по этому плану часть должна отойти, насколько я понимаю, Китаю, правильно? Ну, скажем так, не отойти, а, возможно, быть под влиянием, да? Возьмем тоже Дальний Восток. А ведь единственное, что чем сейчас может путинский режим защищать территориальную целостность страны, это ядерным оружием, угрозы применения ядерного оружия. А больше, в общем-то, нечем, как показала практика спецоперации на Украине. Но наша армия ни к чему не способна, судя по всему, потому что ни одного города еще даже не взяли. Сейчас мы к этому подойдем, но если на Дальнем Востоке будет 90% китайцев с паспортами, условно говоря, то по кому бить, какая может быть угроза ядерного вторжения? Но, нет, но я... Еще раз, вы рассуждаете вот с точки зрения логики психически здорового человека. Я бы не стал ее применять в данный. Понятно. Ну, если до этого мы считали, что, условно говоря, если обезьяне случайно дали гранату, и мы понимаем, что непредсказуемые могут быть последствия, то нужно либо забрать у нее гранату, либо мартышку поменять на здравомыслящего... аборигена. Ну, например, подконтрольного, чтобы выполнял команды. Пусть будет... Ну, посмотрим, на самом деле. Ну, вам-то лучше знать украинцам как раз про дрессированных аборигенов, выполняющих команды. Я надеюсь, что нам этот опыт еще предстоит. Посмотрим. Сейчас я бы не стал делать каких-либо прогнозов, потому что еще раз я хочу посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше там, в ближайшую неделю, полторы. Давайте вот эту тему тоже обсудим. То, что вы говорили на нашем канале многократно по поводу коронации, да, в этом мире, прошло без массовых жертв, слава богу, хорошо. Но в данном случае сейчас есть жертвы, которые исчисляются огромным количеством. И вот тут происходит такая точка невозврата, когда ну, вот это уже не простят. Особенно если пойдут бомбить Киев и брать Киев, мать городов русских, а вот это уже могут не простить. То есть этнически... Ну, вы знаете, то, что сейчас происходит в Харькове и в Мариуполе, а как вот это можно прощать?
Это тоже нельзя простить. Я про это и говорю. Что, ну, поэтому одним городом больше, одним городом меньше, грубо говоря, для этого человека это ничто. Поэтому, скажем так, уже все, что мы можно было сделать, сделали, ничего не получилось. Если, скажем так, разбирать там в деталях и военную кампанию, и ту подготовку к ней, которая предшествовала, ну, вот просто элементарный пример, да, который, ну, детали известны, никаких фейков в них нет. Если взять, скажем так, отношение численности группировки, которая задействована в спецоперации, скажем, к отношению численности украинской армии на тех же направлениях. Да, группировка наступает, украинская армия обороняется. Это значит потери при ведении войны между папуасиями без какого хай-тека, какого-либо хай-тека. Единственный хай-тек там, ну, джавелины. Это реально хай-тек. 4-5 к 1. Сделать вывод, что, скажем, со 150-тысячной группировкой вы 200-тысячную группировку не атакуете. Но, тем не менее, атака состоялась, причем не в одном месте, а в нескольких. Второе, что хочется отметить, ну, использование танковых прорывов. Ну, если вы почитаете вообще теорию и практику использования танковых прорывов, то танки – это оружие для взлома обороны. Танковому прорыву предшествует что? Артподготовка, авиационная подготовка. Потом идут танки, прорывают линию, и они идут под прикрытием пехоты. И сразу, значит, за ними уже устанавливаются какие-то коммуникационные коридоры. А что мы получили здесь? Ну, наверное, просто метеослужба не работает в Министерстве обороны Российской Федерации. Они не знали, что распутится, что с дорог съезжать нельзя. Поэтому танки шли не в боевых порядках, а просто в колоннах, которые, в общем, судя по всему, успешно уничтожались. Вот поэтому, в принципе, несоответствие конфигурации численности группировки заявленным целям, вернее, не заявленным целям, а тому, что произошло, несоответствие абсолютно погодных условий и метеоусловий для использования танков в качестве прорыва, оно, в принципе, в общем-то, и приводит к тому заключению, что, ну, в общем, были правы те, кто говорил, что да нет, ребята, никакого вторжения не будет. Ну, надо быть просто абсолютно безумным идиотом, чтобы вот начинать такую операцию вот при таком соотношении сил и в таких метеоусловиях. Ну, ее же начали. Результат тоже более-менее предсказуемый, известен. Но ее начали, поэтому еще раз, когда вы пытаетесь анализировать действия кремлевских, используя, в общем, логику, что ли, психически здорового человека, ну, вы придете к неверным результатам. Угу. Я просто в этом лишний раз еще убедился. Ну, я просто, честно, я не мог представить, что они настолько своеобразны, чтобы вот это вот сделать с такой численностью. Я уже не говорю про качество армии, которая стояла в полях там полтора или два месяца, и моральный дух. Это... Ну, я не знаю, кто вообще это был. Кто вот это вот мог сделать. Только российский генерал, судя по всему. Ну. Они у нас любят, знаете ли, устраивать марш барский по минным полям. Разумеется, никакие важные объекты не были захвачены, но теперь, судя по всему, повторяется история Алеппо и история Первой Чеченской войны с Грозным. Вот, кстати, вот эта вот аналогия по поводу зачисток, как, ну, мы знаем, да, мы помним, история, к сожалению, очень, очень страшная по поводу Грозного. А сейчас мы видим, что у нас вот под Киевом тут уже и Кадыров на видеосвязь, вы видели, наверное, эти ролики, да, там кадыровцы стоят, и тут у нас есть информация, что они чуть ли не загранотряды какие-то, вот, будем брать, условно говоря, Зеленского, будем штурмовать Киев и так далее. То есть чеченцы, которые воевали против России, сейчас воюют против Украины и под Киевом. Как это можно прокомментировать? Ну как, бюджет Чечни годовой 300, по-моему, 76 или 387, что-то такое, по 400 миллиардов рублей. Вот как это можно прокомментировать. Они получают более миллиарда в день. Причем это информация из уст самого Кадырова. Так что вот как это можно прокомментировать. Угу. То есть ничего личного, это просто деньги, Иван? Просто деньги.
Кто контролирует небо, тот и играет войну по факту, да, то есть насколько вот, когда вы говорили, как можно было в таких погодных условиях и вообще что-то как-то где-то, ну... Я имел в виду наземную операцию, не воздушную, наземную. Да, 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 ну, вначале мы видели, что воздушным путем, да, бомбилась вся инфраструктура, сначала летели крылатые ракеты, авиация, там, и так далее, вертолеты пошли, там, и так далее, и только после этого начали заходить колонны и получать, естественно, отпор. Как вы видите развитие событий? В какой фазе сейчас? Способны ли мы закрыть небо? Поможет ли НАТО? Помогут ли союзники? И что по поводу предупреждения Путина не вмешиваться третьим сторонам, иначе вы получите ответ, которого не видывали до этого? Ну, по поводу последнего, да, это постоянно размахивание ядерной дубинкой, но вспоминается похожая ситуация с северокорейским отцом нации, как он там, ну, Кимч, уже даже не помню, когда он послал новогоднее поздравление Трампу с словами, что типа у меня, скажите ему, что у меня есть красная кнопка. На что Трамп ответил, передайте ему, что у меня моя красная кнопка больше, чем его красная кнопка, и она работает. Поэтому, скажем так, видя, что происходит в стране уже длительное время, видя, что происходит в армии, я бы как-то очень бы осторожно относился к функциональности нашей красной кнопки, но, естественно, никто в здравом уме не хочет эту функциональность проверять на себе. Поэтому какое-то время, я думаю, что ядерная дубинка будет работать. И я вам больше скажу, это вот как ситуация как с флагманом российского флота, авианесущим крейсером адмиралом Кузнецовым, когда его для демонстрации силы российского флага погнали в Сирию. Ну, во-первых, он страшно дымит. Во-вторых, в его авианесущей группировке два океанских буксира, потому что он периодически теряет ход. И таки терял ход как минимум два раза при буксировке в Сирию. Ну и в-третьих, он в Сирии сам гробил 30% палубной авиации Российской Федерации. Было 9 самолетов, стало 6. Примерно то же самое, на мой взгляд, произошло и с спецоперацией в Украине. Все увидели, что вот эта вот такая большая красивая махина, называемая адмирал Кузнецов, она, в общем-то, ни к чему не пригодна. То же самое, на мой взгляд, произошло и с российской армией. Поэтому никакого смысла НАТО вмешиваться нет. Более того, конфликт в Украине, он, в принципе, очень выгоден Западу. Потому что это такая, знаете ли, мощнейшая точка напряжения и источник напряжения в Европе, который уже начинает раскалывать Европу на Восточную Европу, да, членов НАТО и ЕС, и Западную Европу, членов НАТО и ЕС. А если, скажем так, задуматься, то, скажем, уничтожение Европейского Союза и европейской экономики – оно является одним из приоритетных задач, скажем так, людей, которые сейчас начинают фазу активного противостояния вот с Швабельсоном и Нуворишем. Вот, поэтому Украина может использоваться еще многократно. Единственное, конечно, это не очень хорошая новость для украинцев, для русских тоже. Это значит, что этот конфликт может по желанию третьей стороны либо очень быстро закончиться, что хорошо для украинцев, ну и для нас тоже, либо он будет оставлен в таком, знаете, тлеющем состоянии. Сейчас вот начались разговоры о том, что на переговорах достигнут какой-то прогресс и тому подобное. Ну, посмотрим, во что это выльется. Но у меня складывается подозрение, что этот конфликт будет, знаете, не столько даже заморожен, сколько оставлен в таком тлеющем состоянии, чтобы любой момент его можно было разжечь снова. И, кстати, вы... Ну, это вот еще раз так. Вот для меня лично эта ситуация выглядит на данный момент именно так. А вот эти два джокера в колоде в виде ЧАЭС и ЗАЭС, как они будут разыгрывать эти карты? Ой, понимаете, это... Еще раз, вы имеете, скажем так, не совсем управляемую, частично, скажем так, управляемую военную машину, немножко странноватого главнокомандующего,
И они начинают играться вот с такими вещами, как ядерные станции. Ну вот, насколько я знаю, в Чернобыле там хранилище отработанных твелов, и, по-моему, там 3 или 4 дня не было электроэнергии. Вот сейчас подачу вроде как восстановили. Но твелы должны постоянно охлаждаться потоком воды, соответственно, если у вас нет электроэнергии, не работают насосы. Я не знаю, насколько там были рассчитаны дизель-генераторы, но, в принципе, могла ситуация начать развиваться очень драматическим образом, вплоть до существенных выбросов радиоактивных материалов в атмосферу. Как пример, да? Потом вы никогда не знаете, куда и как залетит очередная ракета или что там может упасть на один из энергоблоков, скажем, повредить или вывести из строя систему охлаждения. И тогда даже тот факт, что реактор заглушен, не особо поможет. Ну, даже сейчас вот то, что были там пожары, например, да, либо просто радиоактивный пыль и прочее, тоже несет, в принципе... Да. Даже если, слава тебе Богу, что пока что ничего не упало ни на один из реакторов, дай Бог, чтобы и не упало ни один волосок с работников, потому что от них тоже много чего зависит. Простой снаряд, бутылка зажигательной смеси и так далее, пошли гореть леса. Кому их тушить во время боевых действий, когда там армия, да? И потом не забывайте, что возможны провокации, да? Опять-таки, а провокации кому будут выгодны? Российской стороне, украинской стороне? Я думаю, понимаете, эти провокации украинской стороне в принципе не нужны, потому что информационную войну и пиар-компанию, на мой взгляд, вы ведете на отлично. И картинки, которые постоянно транслируются и на США, и на Европу, и на, в общем, на весь мир, они, в общем, говорят сами за себя. Она нужна только России, в принципе, провокация показать, что... Я не знаю, что они там хотят показать, но, скажем, что вот украинцы такие звери, что вот они даже устроили провокацию на ядерной станции. А кому они это покажут? Потому что, понимаете, информационная кампания со стороны российской, вернее, информационное сопровождение спецоперации со стороны России, оно, мягко выражаясь, либо никакое, либо настолько тупое, примитивное, что, в общем-то, за пределами страны вызывает просто отторжение. Поэтому, как-то эту ситуацию они могут попытаться выправить. Как говорится, как могут, так и работают, понимаете? Поэтому провокации возможны вполне. Спасибо, Геннадьевич. Очень хотелось бы с вами сегодня обсудить еще тему рынков глобальных в столь неустойчивое время, потому что сейчас новостные ленты, в том числе и Америки, последние несколько месяцев содрогаются от заявлений Байдена по поводу ситуации в Украине, по поводу этой агрессии. Они предсказали, называли даже даты, когда это начнется и произойдет. Они достали все планы, потому что, судя по всему, планы-то были уже согласованы и обозначены 10 января. Да. То есть у них была реальная разведывательная информация. Просто еще раз. Она оказалась правдивой. Она оказалась правдивой, но, еще раз, конфигурация сил на Земле, она просто не соответствовала вот этим планам с точки зрения разумных военачальников. Она просто... нельзя такими силами осуществлять такую операцию против таких-то сил в таких-то условиях на Земле. Нельзя. Поэтому вы обречены, понимаете, если вы это делаете, вы просто обречены на поражение, что, в общем-то, и происходит. Слушайте, тут нет, не добавить. Мне кажется, только последний вопрос могу спросить. Ваше мнение, когда это может закончиться? Я вам уже высказал свое мнение, что, к сожалению, сейчас, судя по всему, принято решение этот конфликт заморозить на какое-то время, да? Я не знаю, в каких границах. Простите, а кем принято решение? Кто такие решения принимает? Плохими дядями, которые за кулиса. Банкиры. Это просто видно по, скажем так, тому, как на все стал реагировать Евросоюз, скажем, на членство Украины, как стал реагировать НАТО. НАТО, они бы, конечно, влезли, если бы, скажем так, российская армия была чуть посильнее. Но что влезать, если украинцы сами разбираются? А конфликтная точка напряжения нужна. Соответственно,
между сторонами достигнут какой-то паритет, ну да, украинцы могут перейти в наступление. Могут. Могут. Хорошо. А дадут ли то, чем переходить в наступление? Вооружение? Стрелкового оружия много, а контроль неба? У вас, судя по всему, из того, что я вижу и читаю, ну, надо понимать, сейчас во время войны дезинформация идет с обоих сторон, и дезинформация моря, но, скажем так, из независимых источников, да, ну, как-то у вас паритет получается по небу. Хотя ПВО Украины и военно-воздушные силы Украины были уничтожены в первый день, как нам говорят. Ну, у вас пока что паритет по небу. Более-менее. И потом, понимаете, еще раз, у меня анализ такой, знаете, называю моральный. Кто-то называет циничным, мне говорю, наплевать, кто что говорит. Без, скажем так, если бы закрыли небо, да, у западного обывателя не было бы картины Харькова, не было бы картины Киева, Мелитополя. Тут это все используется по полной. Чтобы, знаете, просто не было ни у кого никаких иллюзий, что Запад нам поможет. Запад вам поможет и помогает ровно настолько, насколько это соответствует его планам и стратегии в данный момент. Ну, в любом случае, я хотел бы попросить всех, кто нас смотрит, помочь тем, кто нуждается и кто пострадал. Вот об этом я хочу попросить. Поздно уже сейчас что-то говорить, если человек умирает от обезвоживания, либо у него нет теплой одежды, либо еды. Пожалуйста, помогите. Мы оставим реквизиты внизу под этим видео, чтобы можно было реально помочь тем, кто нуждается. Вот об этом я хочу попросить вас. И давайте оставаться людьми человечными, нормальными, спокойными. Паника губит. Спокойно, размеренно. Мы все должны преодолеть. Степан Геннадьевич, я вас благодарю за искренность. Спасибо. Помощь. Я надеюсь, что в скором времени мы снова с вами увидимся и услышимся.